Итак, в ваших прописях должны оказаться следующие иероглифы. Первый иероглиф – это иероглиф «уа», что значит «я». «Уа». Второй иероглиф «ни», что значит «ты». «Ни». Третий иероглиф – это иероглиф «нин», который значит «вы». «Нин», «нин», «вы». Третий иероглиф. Тха. Тха. Он. Четвертый иероглиф. Тха. Это она. Тха. Дальше оно. Также произносится. Тха. Тха. Кроме этого, мы дополняем наши прописи иероглифами, которые произносятся. Шоу, что значит рука. Шоу. Еще один иероглиф. Жен. Это человек. Жен. Следующий иероглиф это. Синь. Синь. Сердце. Следующий иероглиф это. Нью. Ню, что значит женщина, женский пол, женский род. Е, что значит тоже. Вот такой набор иероглифов должен оказаться в ваших прописях. Вот эти иероглифы вы должны очень хорошо знать.